Андрей, сегодня буду просто играть. Потому что это будет очень обидно. Так, скорее всего, тут скажу, как добраться, как пройти правильный портал. Возможно. Если мне получится это сделать. Я буду следовать результат, потому что я заявлю. Я закрыл диск, но его касаю еще. Оружие, которое помогает мне очень быстро. Я вообще заходить не буду, потому что не зарабатываю. Вот не летайтесь с краской. Потому что я вам. Ой! Так сказать, подборку. Ой, это против, господи!
говорю сразу, мне лагает интернет, поэтому многие вещи будут происходить с поддержкой. Особенно тут это событие. Ой, даже упасть не могу. Ну, и будем в этом. Так. Зачем это закрывается? Я с тобой иду. Он закрывается. Прочно. Скорее всего. Ну, те, кто новичок, еще ни разу не играл в Tower of Crow. Хотя я проходил Tower of Crow куча раз. Ну, Tower это я не пройду, про Tower я тоже проходил. Так. Поэтому если стоит пройду, поднимет паркурочка. Так, здравствуйте. У меня сейчас чисто либо подлагало, либо я каким-то образом не зацепился за железную штуку, которая позволяет мне пройти наверх. В смысле, вот эта штука, я как-то каким-то образом не зацепился за нее. И слетел. Такое было, это не ничего. Это не конец света, я сразу говорю. Говорят, что будем играть на сервере, где есть русские. Потому что с ними будет контактировать, можно не найти информацию, можно. Так. Так, я снова здесь. Не знаю, получится мне сейчас это сделать. Она репортался с другим. Так, здесь у нас все очень просто. Наша задача просто так делать. Вот так делать. И все, дойти в конце. А эту акцию у нас в конце дать такая вот красная пусковая. Что это такое? Ракета или как там ее называют, я уже не помню.
для ракеты. Не помню, как это называется. Есть заряд, который вставляет в оружие. Это оружие, там, ну, пистолет и так, и так далее. А вот это вот пусковая по списку. Так, в принципе, сейчас я это оружие добываю и делаю, скорее, вторую часть. Потому что возможно и не загрузится, возможно и загрузится, кто знает. Поэтому сейчас я бы это делал вторую часть.